Так, все, Анаша, давай вперед, ставим бомбу. Время еще есть. Бомба, ты где? Нифига себе, там еще и покемон траншейный. Похоже, чел с бомбой что-то интересное замышляет. Нож бери, шевели батонами. Да, бери нож и шевели помидорами. Ну хорошо, нож возьму я, а ты шевели помидорами. Братан, ты сражался и погиб за правое дело. Но что? Какого черта? Наглость какая? А кому тут спинку почесать? Ты считаешь меня злым? Может быть, он хотел обнимашки, а я его ножом сбил. Посмотрим, тут никого. Ну что ж, вперед на Б. Ну что тут мяжетесь-то? Что там, чел за ящиками? Смотрите, как надо. Вот дерьмо, а! Ну кто бы мог подумать, что у них есть такой же специалист. Не приводи поздно. Я чего-то не понял. Наверное, он сюда побегать и попрыгать пришел. Так, бомба заложена. Пришло время собирать фраги. Вы куда? Фраги с той стороны. Ладно, ну как хотите. Тогда все мое будет. Оптимистично, конечно, но... Ух, не вам, ребята, сегодня свои диффьюзы в мою прелесть тыкать. Ну где же ты, малыш? Давай выходи. Еще чуть-чуть и будет большой бум. Ну вот совсем ребятки себя не берегут. Сами же головой на мои пули нарываются. Это конец. Черт, у меня же 4 хп. Да, дружок, ты пойдешь со мной. Ну все, пора отсюда убегать. Они тут трусы с носками по всему городу разлетятся. Да черт с ним, валим. Я тебя запомнил, смотри, карма настигнет тебя. Ну все, берегись, бублик. Зубастая карма идет за тобой. Хе-хе-хе. Вот такая вот маленькая гадость. Эй, братан, ты чё? Никак решил помолиться перед боем? Ну да, в нашем деле это нужно. Только вот ты, походу, перестарался. Ну ладно, нам будет тебя не хватать. Я чую их. А вот и наш клиент. Ух ты, молодец. Давай, двигай вперед. Чекни справа, чекни слева. Красава, все правильно сделал. И как ты меня не заметил? Последнего на нож, пацаны. Все, давайте на нож, на нож. Ну, на нож так на нож. Всяко толпой зарежем. А вот и наш поросеночек бегает. Пиги, 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 пиги. Хорош. Чуть-чуть не успел. Чуть-чуть не успел, говоришь? Да, у меня кореш как-то тоже чуть-чуть не успел. Так двумя детьми обзавелся. Так, давай, братан, залезай. Я тут аваперам сюрприз приготовил. На, взорвись. Ага, попался, который кусался. Не как мой день, надо кого-нибудь еще и поджарить. Пошла жара. Эй, ты куда, крабик? Это же корейская кухня, тут живьем готовят. Так, ладно, сейчас буду охранять А, ведь это почти мой дом. Вот тут шашлыки жарю на этом кресте. А вон там у меня жопанок какой-то бегает. Эй, чувак, какого дьявола? Походу, ты гимнастерку со шлемом забыть одел. Чуваки, гляньте на это чудо. Видимо, глючит меня что-то. Нужно поменьше этой сахарной пудры есть. И опять они все на А. Странно, Рашби уже не в тренде. Нате вам лимончик. Не, парень, отсюда так просто не уходят. Какой грохот здесь стоит? Там наверху лось, что ли, бегает? А ну давай вылезай оттуда. Ну давай, только покажи личико. Сойдет, хотя всей-то говядиной можно было и не выскакивать. Ну давай, братан, встречаем гостей с длины. Спасибо, дружище, что словил за меня пулю. Ты настоящий друг, а не поросячий хвостик. Надеюсь, родина тебя не забудет. А где мой второй тиммейт, а? Анализы, что ли, сдает? Кимперил, что ли? Наверное, много настрелял. Я смотрю, у нас тут и в ангаре вовсю война идет. За машиной, чел! Ладно, рискуем! Юрки какой! Ты бегай потише, мне тут клешнями по кнопкам трудно попадать. Ну все, сейчас прикончу тебя как профи. Один рожок, один труп. Босс. Да без проблем, пацаны, нате, пользуйтесь моей головой как паркетом.
плечами как лестница. Мне ведь не жалко. Спасибо за пушку, дружище. Это, наверное, за доброту мою. Странно, что здесь никого нет. Да все подевались. Наперекур, что ли, вышли? Встречаются лишь только какие-то заплутавшие бомжи. Как-то все слишком просто. Такое ощущение, что сел поиграть в зомби-хоррор и убиваешь беззащитных зомби. О, топовая флешка. Так, здесь никого. Черт, я, кажись, понял, где он. Ты че тут присел, а? А ну иди подсирай в другом месте. Короче, все. Хватит тут как глисты по кишке туда-сюда метаться. Мы же теры. Мы должны взорвать здесь все к чертям. Сейчас под флешечку, а вапера выносим. Походу, у пацана нервы не выдержали. Не каждый может выдержать, ожидая атаку нашей пассивной Тимы. Ну что там еще? Ну давай, идем, идем, не отвлекайтесь. Да там сто пудов никого нет. Ну ладно, сейчас гляну. Хм, никого? Эй, ну чего ты тут расселся-то? Ждешь, когда кишка выскочит? Ну вот и дождался, как и хотел. Выскочила твоя мозговая кишка. А ну отставить мародерствовать, ведь я еще не ушел. Ладно, пришло время призвать овечек на бойню. Так, нужно теперь куда-то схорониться. Я даже не знаю куда, может по старинке в багажник залезть. Буду очень плохим и заныкаюсь здесь. О, штурм пошел, кого-то уже убивают. Одна уже бежит, каблуками стучит. Черт, как же он громко в прицел моргает. Вот говно, на гриле я сегодня не отправлюсь. Пацаны даже не ожидали, что я как шайтан из огня выскочу. А если честно, я сам нашел тут Зевса, сейчас из чьей-нибудь жопы жаркое сделаю. Так, босс. Ну вот нафига ты это сделал? Что, ежика в тумане пересмотрел? Или наоборот, ностальгия замутила? Прикольно. Так, вроде бежит. С прожаркой тебя. Привет, дружище. Спасибо за просмотр. Оставляй свой комментарий. Подписывайся на канал и ставь лайк, если тебе понравилось видео. Ты также можешь поделиться этим видосом с друзьями, вдруг им тоже зайдет. А это был CSGO, а у микрофона как встать легенд, поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!